Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас тема «Рубить или не рубить дерево?». Такая сложная тема. Почему? Потому что я руководитель проекта «Священная роща». Я деревья сажаю. Для меня деревья – это сакральное. Вообще все, что касается растений, растительного мира, животного мира – это сакральнейшая тема. И, конечно, когда я касаюсь этих сакральных тем, я понимаю, насколько глубоко можно копаться в этом, изыскивать какие-то моменты сложные, несложные, изыскивать решения. Но нужно сказать себе честно, что убивать живое существо – это недостойно человека. А теперь посмотрим на наше строительство современное. Вот на курсе по древнеправославному строительству, который я веду, я все время рассказываю о том, рубить или не рубить деревья, стоит или не стоит, какое отношение должно быть к деревьям. Потому что то строительство, которое у нас сейчас есть, оно, конечно, не в плюс нам идет. И убитые деревья, особенно, посмотрите, вот у нас срубы, вот северные районы, это все срубы, бесконечные срубы. И вот срубы, да, которые из бревен деревьев складываются, они не несут позитива. Это не экостроение вообще, потому что дерево на момент смерти, оно запоминает всю боль, которая с ним была, когда его рубили, все свои эмоциональные состояния горести, отчаяния, потому что ни одно существо не рождается на планете для того, чтобы его уничтожили. Ни одно. Ни одно существо не создано для того, чтобы над ним издевались, измывались, испытывали на прочность, потому что вот лес, вообще все живое на планете, это единый организм. Это действительно единый организм. И если мы начнем в угоду себе, якобы вот мы тут такие цари и пупы земли, значит, рубить живые растения, это я говорю и о сборах трав, и обо всем, вот просто не закрывая, не открывая свое сознание, не понимая вообще, что мы творим, то жизнь на планете закончится, и мы планомерно туда движемся. Поэтому, конечно же, я рекомендую пересмотреть свое отношение к строительству из там, деревянных бревен, из бревен, да, из деревянных элементов, да, из дерева. Потому что это не экостроение. Обычно люди в таких строениях будут увядать, стареть, чувствовать все тяготы последних минут дерева, и счастья в таком доме не будет. Как же наши предки выходили из этой ситуации? Я уже говорила, что у нас были дома. У нас, ну, я, по крайней мере, записывала видео, смотрели вы, не смотрели. Ну, если что, посмотрите, пожалуйста, вот на моем канале есть ролик, видео, где я рассказываю о том, какие были города. И я частично рассказала о строительстве, да, частично, вот буквально несколько фраз рассказала, но посмотреть, я думаю, что вам все равно будет полезно изучить эти моменты. Так вот, у нас было каменное строительство. Это не кирпичный кирпич и между кирпичами раствор, не об этом речь, а о том, что у нас действительно тот рельеф, который у нас сейчас сохраняется, мы его не формируем. А вот раньше формировали. И у нас строительный материал – это та кристаллическая подложка, которая есть сейчас. Мы могли строение именно из кристаллов делать. Поэтому, если вам говорят, что вот, например, какая-нибудь избушка, какой-нибудь дом, и ему там чуть ли не 1000 лет – это брехня, потому что падение нашей цивилизации – это всего лишь 500 лет. 500 лет. Ну вот. Соответственно, получается, что когда мы видим, что дерево просто так берут и рубят, это ужас ужасный. Вот есть статистика, которая еще в советские годы была выявлена, что люди, которые, например, в концлагерях, их же куда отправляли? Валить лес. И вот люди, которые валили лес,
Ну, понятно, условия не очень хорошие, жизнь там, слабая одежда, естественно, еды не так много хорошей. Да, ну, понятно, что организм надрывается, плюс тяжелая работа. Но замечено было, что на других работах тяжелых такой смертности не было. Люди умирали полгода отработав. Вот. Полгода отработав на рубке леса, и людей не вставало. Кстати, то есть умирали люди. То есть деревья, они мстили, они передавали ту боль. То есть это не то, что вот вы рубите дерево, и вам ничего. Дерево испытывает боль, и мы по биологической индукции понимаем это, не понимаем, видим мы это, не видим. Мы все равно чувствуем эту же боль. Понимаете? И мы раним себя. Это называется энергоинформационный пробой. Это удар. Это не значит, что дерево плохое. Вы просто цепляете этот потенциал, когда вы находитесь в этом поле. Но нам не просто так пришлось рубить деревья. Это понятное дело. То есть мы и сейчас бы строили из кристаллов себе дворцы, как это в сказках рассказывается. Да? Но сказки от слова «сказ». То есть пересказывали из поколения в поколение, что же у нас было. Так вот, пришлось, да, собственно, ну, вот все это делать, да, убивать растения, убивать деревья, потому что действительно были гонения на нашу культуру, и обычно это так было. Создавали специальную войну, как вот у нас сейчас это происходит. Все половозрелое, все взрослое население уходило на войну, а маленькие дети оставались. Ну, что ребенок может знать? Он вот, ну, что успел схватить с точки зрения знаний, тем и оперировал. Ну, понимаете, да, из поколения в поколение выхолащиваются знания. Посмотрите, вот недавно был Советский Союз. Лучшая система образования, лучшие знания. Прошло сколько лет? Вот. Представляете, да? Ну, то есть я еще в Советском Союзе родилась. Я учитель по образованию, по первому. И я вижу, что сейчас преподают моим детям в школе. Меня это потрясает. Поэтому, конечно, выхолащивание знаний на уровне ревизии, на уровне переписки учебников происходит. Поэтому постепенно мы деградировали до строительства деревянного, да, зодчества. На слово зодчество от слова зудеть. То есть мы могли зудящий звук производить, который вырезал узоры. То есть вот эти вот наличнички красивые, которые присутствуют на красивых зданиях, это было сделано не пилкой, да, это было зудением. Вот что интересно. Но вернемся. Когда у нас вот это мракобесие с рубкой деревьев началось, то пришлось выходить из положения. Я уже сказала, что все травы, все растения, лес – это единый организм. И вот приходили лесорубы в лес, выбирали самое красивое дерево и говорили: «Мы тебя через месяц срубим». Приходили на следующий день и тоже к нему подходили, говорили: «Мы тебя через месяц срубим». Весь лес стонал. Ну, естественно, представляете, самое красивое, практически сердце леса уничтожить. Через 15, то есть каждый день ходили, 15, там 14, 13. И каждый раз с топором приходили: «Мы тебя там через столько дней срубим». И когда день рубки наступал, приходили, брали самое ветхое, самое уже практически такое негодное для жизни дерево и рубили его. И оно, видя, как самое красивое дерево остается живым, что выбрали его, когда оно и так уже умирало, оно испытывало радость и благодать от того, что этот лес остается таким красивым, это дерево живо. Понимаете, это, конечно, не то, что должно быть. Это все равно меньшее зло из всего этого обилия зла. Да? Но так поступали наши предки, когда уже наступило падение нашей цивилизации. И из этого дерева делали и утварь, и мебель. И если нужно было, пускали на строительство. При условии, что вы понимаете, да, что леса были заповедные. Это не вот эти вот стручки, которые трава, на самом деле, а не лес. Но мы знаем, что у нас древовидное растение – это дерево. Но это растение, по большому-то счету, понимаете? То есть возникает ситуация, что нас как бы ввели в заблуждение, что деревья-то были ого-го, какие раньше. И вот эта рубка, которая сейчас в большом количестве, она развитая, в масштабе,
но она должна закончиться. Потому что пусть даже меньшее зло из зол всех, но хотя бы меньше. Потому что растение, дерево, не будет передавать благодать, если его вот самое красивое. А сейчас же, вот смотрите, чем толще стволик, тем лучше. И давай прям под корень. А еще нещадно там пеньки такие по 1,5-2 метра, а то и больше оставляют. В общем, что творится, тайги уже нет, там уже по кромочке так немножко, чтобы как занавесочка оставили, а там уже просто то выжигают, специально поливают чем-то, там распыляют всякое над лесами, все это горит потом в жару, то рубят вообще бессовестно. Поэтому, естественно, это надо заканчивать. Или переходить хотя бы на щадящие способы взаимодействия с деревьями. У меня деревья даже дома. Ну, я не знаю, я, по-моему, на каждом своем выступлении показываю. У меня одно из деревьев, вот мы и жили. У меня деревья дома растут. Но это не единственное, понятно, что у меня много таких товарищей. Но я просто хочу сказать, что я хочу, чтобы мы сердцем своим, душою своей вернулись к природе и стали ее чувствовать. Так вот, растения. Сейчас у нас собирают травы точно так же. Увидели траву и выкосили. У нас было так. Если мы уж хотели чего-то от растения взять. Мы приходили. Во-первых, мы умели говорить на деванагаре. Деванагаре – это особый язык, когда ты все и вся понимаешь на уровне телепатии, на уровне казания. То есть мы передавали образы. И растения, они очень хорошо откликаются. Они могут реагировать на все эти образы. То есть мы смотрим на растение, входим с ним в контакт, объясняем, зачем оно нужно. И оно всю свою силу закладывает в один листик и показывает, что ты можешь взять именно этот листик. И не надо миллион там, килограмм этих растений пропивать, проедать, если растение вошло с вами в контакт и сказало, смотри, вот этот листик, он живоносный. Ты, если хочешь, возьми его. И так все остальные растения. Мы же плоды, которые под землей, мы их не ели. Мы ели только надземные там, плоды, когда мы ушли от эфирного питания. Это было не так давно. То есть мы едим, вот так, как мы сейчас едим, не так давно. Вообще, по сути, мы столько есть не должны. Но не суть, мы вернемся к травничеству. Поэтому на данном уровне, если вы даже не обладаете способностью к деванагаре, у вас не развито языковое общение с растениями, вы можете на уровне их поведения определять. Вот вы зашли пространство и говорите, но объясняете, вот общайтесь с ними как со слышащим, потому что это действительно так, и проговаривайте, что у меня вот такая-то ситуация, что мне ваши листики нужны для того, чтобы вот это, вот это, вот это. Покажите, пожалуйста, могу ли я что-нибудь взять, могу ли я какие-нибудь растения, ну, и части вас, да, взять. Если да, ну, там символ придет, например, там птичка как-нибудь интересно пролетит, там, например, ветерок подует как-то необычно, там вихрем, например. Если ничего не произошло, значит, делать вам на этой полянке нечего. И нечего несчастные растения терзать, рвать вообще без зазрения совести. Потому что растения, которые умерли, да, если тем более под корень срубили, варварски обрубили все там поверхностные какие-то или плоды, или там, например, цветочки, да, или еще что-нибудь, побеги, да, в целом. Что это? Будет энергия смерти. Ну, зачем вам смерть в организме? Вам же нужна благость. Так что вот так, дорогие мои, со всеми надо разговаривать, потому что мы часть природы, и в природу надо возвращаться. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится, получается. Всего доброго. До свидания.